друзья, купили мы себе вот эту штуку. Это гриль Камада Боно. Все ждали-ждали на него скидку, но потом все-таки решили взять в целях экономии на будущее. Говорят, что очень мало угля на него уходит. И, в общем, мы решили себе взять на годовщину свадьбы. Сделать такой подарок. Сейчас мы его распечатаем. Вот он такой. Красавец, ругуруженький. И вот так закомплектовано все внутреннее его содержание. Еще даже есть отвертка. Сейчас мы будем распаковывать дальше. В наборе даже есть ключ, отвертка. Еще черный ящик какой-то. Сейчас откроем. В общем, мы его собрали. Такой красавец. Этот черный ящик и это резинки. Вот сюда мы их поставили для укрепления, чтобы он плотненько стоял. Сейчас мы будем засыпать уголь вот сюда. Или сначала, может быть, разожжем вот эти таблеточки, а потом засыпем уголь. В общем, будем учиться. Сегодня чудесный день. Вот так дымит. И сейчас мы все закроем и будем ждать, когда разогреется. Очень быстро поднимается температура, прям буквально 5 минут. Поддув мы уже немножко прикрыли. Верх еще открыт. Я даже не знаю, надо его закрывать или нет. Стоит уже 20 минут мясо в духу, ну там, в яйце. Такой аромат идет, запах обалденно вкусный. У нас там куриные ножки и батат. Что будет? Посмотрим. Что я еще подумала? Сам он довольно тепленький, такой хорошо горячий. Весной его можно ставить в парник, готовить, кушать и отапливать теплицу. По-моему, он совершенно безопасный. Тем более, что у нас на теплице есть... Ой, против света, я не вижу. Выход дыма вот такой есть там. Короче, труба стоит. Надо подумать. Прошел час. Наверное, можно было меньше. И мы вот так вот прямо на улице возле него сели кушать и поставили вторую порцию. Сейчас у нас там голени куриные и перец. Потом я еще хочу кабачки пожарить. В общем, вкуснотища, и действительно как-то очень легко в нем готовить, не надо вокруг него бегать. Главное, температуру следить, за температурой. Вот научиться пользоваться этими штучками, поддувалом и вот этой верхушкой. Когда закрывать, когда открывать, в общем, надо приспосабливаться. А так, приятного нам аппетита! Всем пока! Thank you.